Так, здесь карбованцы, карбованцы, грибы. Три, ну, какие-то. Вы скажите, что надо, я вам. Лакласка. Вы сюда надо поставить? Отсюда. Отсюда что надо? Отсюда вот эти три. Где не надо? Монеты все. 92 по 2014. Ну, гуньку такую пиду я куплю себе обязательно. Там три, они три вида. Смотрите, какая вот эта пикника. А в сейф можно заглянуть? А? Заглянуть внутрь можно? Нет. Плохо. Там золотые списки. Ну, то есть он реально работающий реально вот сейчас, он не для красоты. А, круто. Да. Ничего пока не думала, спрашиваю. Не, реально, да, там такие стенки, он почитайте про него, там, да, по 400 килограммов. Вот, значит, стоимость 100 тысяч долларов, другого такого сейфа в России нет, творческого, первого мира. Через него, знаете, 100 долларов прошло все. А кому принадлежал? Банку императорскому, что во время России его довезли, тогда сюда все завезли. После этого власти менялись. Не понимаете?